Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в МТА на сервере Никшкрайсмес РП. Вроде так оно читается. Онлайн, кстати, здесь сейчас 27. Сегодня у нас будет обзор сервера МТА. Да, необычно, потому что я МТА крайне редко снимаю. Но все же. Я вот зашел, вот мой ник. Здесь GTR Putbull с двумя L. Видите, здесь покажут страну, с какой вы зашли. Кстати, вот здесь Казахстан есть, Россия. Еще какая-то страна, короче, ладно. 27 онлайн сейчас. Здесь бонуса нету, здесь дается вам 20 тысяч в начале. И вот еще и стартовый пакет. Скорее всего, это... А, это Нива. Прикольно. Так, давайте... А, это АК, АК. Что-то я, подумал, это Нива, ну ладно. Давайте ее, не знаю, ярко-оранжево сделаем. Все, берем АКУ, она стоит 1 рубль. И мы сможем ее сейчас взять. Пишем, точнее нажимаем F3, и здесь можем ее взять. Так, спаун, телепорт. Все. Так, косарь у нас уже ушел. Права, по идее, у нас должны быть же. Нет, стоп, так. У вас нет лицензии на вождение, окей. Так, давайте туда зайдем, зайдем на права. Это, я так понял, РП-сервак, потому что здесь нужно и на права сдавать, и так далее. Так, теория, тесты. Так. Можно купить эти права. Давайте, не знаю, мы, наверное, купим права. И все. Я думаю, так будет правильнее. Нам выдали денег 25... Сколько? Так. 250 миллионов или... Не, 25 миллионов, короче, нам выдали. Окей, так, давайте. Тогда на права не будем сдавать уже. В принципе, да, нам дали 25 миллионов. Я сегодня вам все покажу, что здесь можно и как. Права я купил просто за 15 тысяч, кстати, советую тоже вам делать, потому что на права там сдавать это просто жесть, серьезно, это просто жесть, потому что я знаю, это теория, здесь в МТА очень трудно на права сдавать, поэтому лучше вам купить. Давайте поедем, найдем автосалон какой-то, где они здесь находятся. Я, ну, кстати, прикольный здесь такой интерьерчик, все так красивенько, прикольно. IP будет в описании, и, наверное, сделаю так, чтобы нашли, где можно скачать. И вообще МТА, кто еще не играет. Вот МТА, не знаю, вот для меня МТА это топчик просто, ну. Потому что я долго играл в МТА и... Так, я случайно заехал в тюнинг. А, типа, когда наверх на метку заезжаешь, тоже тебя, типа, ТП-хает. Ну ладно. Так, нам нужны тачки. Я не знаю, где они здесь продаются, но давайте пробуем их найти. Попробуем найти здесь тачки, хоть какие-то, чтобы купить, потому что наша АК, конечно, классная, но нужно найти какую-то нормальную машину. Вон какая-то машинка нарисована. Просто я еще давно в МТА не играл. Где-то полгода назад я играл в МТА. Не, ну поменьше, где-то 3 месяца назад примерно. Я играл в МТА, поэтому я особо ничего не помню. Не, ну помню, как ездить там и так далее. Так, здесь у нас какая-то хрень находится. Это автосалон, да? Да, это автосалон. Каких-то машин, я не знаю. Так, иномарки или что это такое. Давайте посмотрим, что здесь у нас продается. А, Lancer, Toyota Charger, Subaru и Nissan Silvia. Блин, я даже не знаю, давайте хоть что-то выберем из этого. Subaru должна быть у нас синяя такая. Вот. 340 тысяч, давайте ее купим. А, 3-4 миллиона, точнее, она стоит. И, ну, нормально, что. Тут же еще чип-тюнинг есть, только я без понятия, как тут чиповать машину. Но все это мы сделаем, я думаю. Поэтому все будет нормально. Так, брать спаун телепорт. Вот наша Subaru. Давайте АКУ уберем просто. И поедем, посмотрим, где здесь чип-тюнинг вообще находится. Здесь тачка на КТРЛ заводится довольно-таки необычно. Как по мне, очень необычно. Так, вот и нашел чип-тюнинг. Давайте попробуем затюнить нашу машинку. Конечно, чипы я тоже давно не делал. Ладно, так, двигатель. А, можно побольше там. 250 можно? Нет. Давайте просто 200 пробуем поставить. 20, 200. Так, 200 можно, окей. Ускорение минус 100. 100 тоже нельзя, окей. 50 можно?
60 можно, так, инерция. Вот инерцию можно минус 31. Хотя мне кажется, там будет сильно низко, но... Хотя не, нормально, нормально, пойдет. Все, теперь у нас тачка будет валить быстро. Ну, относительно быстро, поэтому давайте поедем еще поищем какой-то автосалон. Я не знаю, где они здесь у них расположены, но давайте еще посмотрим что-нибудь. К сожалению, в тюнинге только можно красить машину. Ну ладно, давайте тогда поищем другой автосалон, либо что-то еще, может дом какой-то можно купить. Я бы не отказался. Так, здесь, я как понимаю, можно поставить номера. Давайте попробуем что-то выбить себе, может тут можно купить номера, у меня есть бабки. Так, ага, импреза. Снять номера, можно получить номера. Регион 77. Так, стоп, что-то я запутался. Так, вот Subaru. Мы получили номера или нет, я так и не понял. Ну что-то нам написал, типа, по-моему, я номера вор выбил. Если я не ошибаюсь. Ну ладно. Погнали еще посмотрим что-нибудь. Так, я походу нашел автосалон яхт. Или как они там называются. Как здесь интерфейс выбирать, мне интересно. Или здесь нельзя его брать. Ну ладно, тогда поехали дальше. Немного проедемся. Во, домик по ГОСУ. Лол. О, тут все дома по ГОСУ. Там лодки продаются, но это мне не очень интересно. А вот здесь есть дома по ГОСУ. Давайте себе какой-то дом купим. О, вот этот до сих пор дом есть, да? Сколько он стоит? 4 миллиона, по-моему. Да. Как его купить? Купить дом. Е-е-е. Блин, вот это круто. Вот это просто круто. Мы же здесь можем... А, нет, зафиксировать мы не можем машину, по-моему. Нет. Ладно, давайте по... Ну, как я понимаю, этот сервак открылся недавно. Я себе купил вон домик, потому что, ну, домов по ГОСУ очень много, как я понял. И сейчас поедем, купим себе машину какую-то элитную. Вон, он отмечен на карте. Потому что я спросил, я не знаю просто, где тут автосалон у них элитный, а оказывается, вот он где. Лунта я долго не играл, я не знаю, возможно, это какой-то другой мод они взяли, либо ихний мод. Поэтому точно вам сказать не могу, но сервер прикольный. Он вообще без бонуса, поэтому тут будет интересно развиваться. Так, вот автосалон элитных тачек. И давайте себе что-то купим. Не знаю, какой-то Мерседес может. О, там Бэха есть. Так, Рейндж Ровер. Ладно, давайте я вот сюда встану. Так, это BMW. Lamborghini. Чё? Это Lamborghini? Воу. Так, это что у нас? Bentley, Nissan GT-R. Aventador здесь есть. Rolls-Royce. Ух ты, там аж потолок такой прикольный. Audi TTS. А, это что у нас? McLaren. Mercedes. Так, Range Rover. BMW X5. Не, ну автопарк у них здесь очень хороший. Но я хочу Aventador взять. Сколько он стоит? 38 миллионов, по-моему, или 3,8. Самая дорогая это Lamborghini Asus. Я ее никогда не видел вообще. У нас есть 15 миллионов, поэтому можем себе ее позволить. Давайте купим ее себе. И давайте пока в белый цвет ее просто покрасим. Хотя Lamborghini должна быть оранжевого цвета, по идее. Можно ярко-зеленый, желтый. Давайте желтую, короче, купим. 15 миллионов тачка стоит. Все, покупаем. Ого. Это, конечно, сильно. 15 миллионов тачка. Что-то я такую ламбу никогда в жизни не видел. Вы видели такую Lamborghini? Я нет. Серьезно, разве у Lamborghini есть джип? Что-то я первый раз такое слышу, но... Видимо, есть. Может, он недавно вышел или концепт будет. Ничего-то никогда джипа не видел Lamborghini. Это самая дорогая здесь машина, я так понимаю. Ну, блин, круто. Ладно, думаю, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Сервер мне очень понравился. Конечно, Lamborghini очень обычная, самая дорогая здесь. Ну, прикольно, надо будет в интернете еще посмотреть, что это за ламба и так далее. IP, группа
все будет в описании. Модпак здесь качать не нужно. Вы заходите, и оно само все закачивает. Там гихано, я за 5 минут все закачал. Короче, сервер классный, просто я ему ставлю лайк. И всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city, she was from the outside, I was from the